один из самых красивейших сортов декоративного съедобного перца. Этот сорт называется Explosive Amber. Переводится как взрывающиеся угольки. Сорт относится к виду Capsicum annuum. Это не очень острый перчик. Острота такого перца от 10 до 20 тысяч сковелей. Высота в пределах 35 сантиметров. Сейчас он у меня, если положить мою ладошку, ну, где-то сантиметров, наверное, 12. Срок созревания такого перчика 80-90 дней. Невероятно красивый перец. Вот он начинает созревать вот от такого фиолетового цвета. Жалко, камера, конечно, вам не передаст цвет. Это фиолетовый, светло-фиолетовый, перламутровый цвет. И вот он созревает вот такого фиолетового цвета. Потом вот видите, вот вверху здесь такого с фиолетового переходит на светло-оранжевый цвет. Потом оранжевый. Потом оранжево-красный. И в конце уже красный. Невероятно красивый цвет. Такой необычный. У него фиолетовый ствол, фиолетовые листья. Вот такие темно-фиолетовые. Но когда молоденькие листочки, они зелененькие. Не очень любит яркое солнышко. Вот не с леонца, листики поподгорали у меня. Горшочек для него надо. И продела где-то от 1 литра. Чем старше будет растение, тем, соответственно, горшок можно увеличивать до 3 литров. Неприхотливый. У него очень маленькая корневая система. Очень декоративный. Много предпринимателей, которые занимаются выращиванием перца. Вот именно такого. Этот бы перец, мне кажется, был бы самым-самым ходовым. И посмотрите, какая красота. Какие цвета. Просто насыщенные. Вот у меня есть второй кустик. Он чуть поменьше. Он сантиметров 10. Он такой вот, смотрите, какой. Вверху. Вот у него появляются пасынки. Его можно пасынковать, можно не пасынковать. Если вы не будете пасынковать его, это будет вот такой вот громадный, пышный куст. Очень красивый, очень изящный. Главное, что его можно ставить на подоконниках на северной стороне. Он не очень прихотлив к солнышку. Этот сорт многолетний. Перчики очень вкусные. Такие они сладковато. Такие насыщенные, какие-то фруктовые. Очень необычный такой приятный вкус. Этот перец украсит любой подоконник. И будет радовать вас круглый год урожаями. Я уже говорил, что этот сорт многолетний. Он может расти до 20 лет. Так что заводите такой красивый перчик у себя дома. И пусть он радует ваш глаз.